Так, я приготовила соску для своего ребенка. Нужно поставить холодильник, чтобы он сам его достал. Всем привет! Мы сегодня играем за ребенка в желтом. И у нас действительно сегодня крутые будут эксперименты. Поэтому влепите прямо сейчас лайк. Этот ребятенок ждет лайка. Посмотрите, какой он няшный. Давайте. Поставьте лайк, пожалуйста. Я не могу к вам дойти. Почему? Потому что камера отходит. Извините, точно. Ладно, мы сейчас заберемся. Наверх, на этот, получается, холодильник. Надеюсь, мамули-то тут нет. Очуметь просто. Игруля, конечно, такая дает. Давайте попробуем забраться сюда. Подошли. Открываем холодильник. Тут у нас есть соска. Но мы заберем яблоко. Мы все заберем. Что? Че он смеется? Типа мы забрали соску за то, что мама нам положила ее. Что? Так, смотрим, что тут. И у нас тут лего. Мы должны забрать это лего. Хорошо, пока маму Литы нет. Она же нас наказала, типа. А вот и вторая часть лего. Кто когда-нибудь играл в жизни хоть раз лего, поставьте лайк. Потому что лего это, конечно, святое. Так, мы... О, тут у нас три игрушки, которые мы должны забрать. Collect these toys. Угу. Пока маму Литы нет. Мы быстренько давайте пойдем. Не будем сильно шуметь. А то ишь, закроет меня еще в комнате. Так, мы появились тут, все. Ребятенок, давай иди. Мы, кстати, можем прыгать. Вы просто гляньте, как мы прыгаем. Уи! Этот ребенок просто он человек-паук какой-то. Уху! У него прям прыжок, как у настоящего спортсмена. Забирай. Ага. Мы забрали один, как бы, игрушку. О, отлично. Теперь иди и забери остальные, пока маму Лита тебя не тронула. Серьезно? Блин, что-то мне опасно, я не хочу. С мамулей-то встречаться. Но это придется, она наша мама. Серьезно, что ли? Ладно, сейчас это мы это сделаем. Опа. Что у нас там такое? Дроп, говорится. Типа мы должны кинуть туда. Воу, какой же у нас дом? Прекрасный дом. Я так живу каждый день и вижу все эти одинаковые стены. Пытаюсь тут что-то сделать. Что тут пытаешься сделать? Напакостить. Непослушный ребенок. Ну, конечно. Это ты же, да, все-таки? Конечно, я. Ну да. Мы должны кинуть эту игрушку вот сюда. Бросай сюда. Зачем мы принесли ее? Не знаю. У меня нет логики. Я маленький шпендик. Маленький шпендик? Такой интересный, такой сладкий. Друзья, няшный этот шпендик или нет? Напишите комментарии. На самом деле няшный. Почему-то я не вижу своих родителей еще. Мы забрали этот блокнот. Либо это что? А, это не блокнот. Это карты. Ну да, карты. Я люблю играть карты. Звать своих друзей домой. Друзей домой и играть с ними карты? Ничего себе, ты гангстер. Сколько тебе лет? На самом деле мне 40 лет. Я шалун. Что? Шалун? Да ты издеваешься. Так, бросай. Теперь мы должны идти назад. Вот тут последняя игрушка. Мы сейчас заберем. Бильярд стоит. Конечно же, еще и такой вот футбольчик настольный. А, какая тяжелая игрушка. Ну, ничего, ничего. Донесем сейчас по-любому. Конечно, донесем по-любому. Ну, не может быть, что ты не донесешь. Капец, тебе же 40 лет. Ты радуешься, как будто тебе 3 годика. Ну-ка, что там делает мой сынок? А, телефон взял? О, нет, боже мой. Не бери телефон. А ну-ка, верни мой телефон. Нет, не верну. Это мой телек. Нет, а ну-ка отдай быстро. Не плачь. Я его спрячу, чтобы он не видел. Так, мамуля-то спрятала телефон. Да ладно, ты издеваешься. Теперь что мне делать? Конечно же, нужно собрать телефон. Я уже зависим от этого телефона. Серьезно, ты зависим? Ну да, зависим, так что беги быстрей. Ладно, сейчас мы заберем телефон, а потом что? Будем играть Бравл Старс. Что? Бравл Старс? Ты издеваешься? Ну да, я люблю играть Бравл Старс. Кстати, напишите комментарии, какая игра лучше, Бравл Старс или Among Us? Ну не знаю, не знаю, две игры классные, в принципе, но мои подписчики сами решат и напишут комментарии. О, бери вот этот теннисный мяч и бросай его сюда. Серьезно? Ну давайте бросим, ладно. И раз. Так.
А что мы сюда бросили? Не знаю. Сейчас посмотрим, зачем. Я-то тоже первый раз играю в эту игру. Подожди, ты кто? Я в твоей голове, мальчик. Ты серьезно? Ну да. Ты маленький шпенник в моей голове? Ну конечно. Че мы застряли? Что делать? Я не знаю, игра сломалась, друзья. Почему, когда я захожу в игру, игры всегда ломаются, это просто шок. Чаптер 2. Так, ну что, мы готовы выезжать, в принципе. Ребенка мы оставим. А, ну да, нам нужно шопиться, а ребеночек пусть поспит. Ну да, с ним ничего не будет, нормально все. Эх, поспит немножко, мы вернемся очень скоро. А, да, отлично, хороший мальчик, будет слушаться. Конечно, буду слушаться. Так, ну что? Я няня. Ну что, мне приглядеть за ним? Ну? Да, если было бы хорошо, если приглядела бы. Ну конечно, мы не можем оставить его одного, мы вернемся через некоторое время. Ну, я думаю, тут все будет нормально. Ну да, конечно, все будет нормально, можете не переживать. Что? Да вы издеваетесь, вы доверили меня какой-то няне? О, это Чаптер 2, посмотрите. Ну, приколдос. Друзья, вы хотите продолжение этой игры? А ну-ка напишите комментарии. Это действительно Чаптер 2, ребенок. Очуметь. Сейчас мы посмотрим, что у нас там на улице. Где наша няня, которая за нами следит? Вы просто гляньте, какая тут игруля. Этот дом такой интересный. Быстрее, нужно на точку дойти. Давай дойдем сейчас. Вау, как на улице красиво. Вы просто гляньте. Я могу выйти один. Я свободен. Свободен? Сейчас тебя няня поймает. Давай ты не дури, слышь? Ты прячься лучше. А потом посмотрим, свободен ты или нет. А ну-ка, что там? Где этот мальчик? Так, подождите, мы прошли один уровень, да, как я понял? Да, ага. Так. Я вижу, что-то она делает, она готовит. Хочет приготовить пирог? А, понятно. Time to teach her a lesson. Но время ее немножко подразнить. Так, чё, куда она идёт? Stay from the zone? А, нельзя попадаться на её зону. Всё понятно. Ну-ка, беги, мальчуган. Забери тот тортик. Я бегу. А, какой вкусный тортик. Я думаю, мне кажется, самый лучший будет. Так, давай. Тортик мы заберём. Ух. Смотрите, мы нажимаем, мы должны прокрутить это. Мы же маленький ребёнок, еле-еле можем прокрутить. Так, что мы сделали? О, мы взорвали непослушный ребёнок. А, что это такое? Чё, быстрее вали. Чувак, не иди. Беги просто. 55 секунд, пока мы затроллили эту её. И мы, конечно, ребёнок, не понимаем, что делаем. Ну да, в принципе, в реальной жизни такого не делайте, не повторяйте. А, я проказник-ребёнок. Люблю всякую дичь делать. Хе-хе-хе. Как ты разговариваешь? Я же говорю, я Шалун, мне 40 лет. Просто у меня маска такая. Чего? Есть такой фильм Шалун, там действительно маленький шпенник такой. Но на самом деле ему 40 лет. Ну-ка, смотрим. Что? Что тут произошло? Нет. Ё-моё, друзья, это просто шок. Я не знаю, друзья, если вы хотите продолжение этой игры, мы можем продолжить. Это маленький бэйби в желтом получается. И тут у нас два чаптера. Смотрите, тут у нас есть еще уровни, которые мы можем пройти. Конечно же, еще второго чаптера есть. Мы тоже можем там пройти некоторые уровни. Не затроллить эту няню. А чем я, друзья, хотите вторую часть? Пишите комментарии, гоу, продолжение. Все, всем удачи, всем нравится, спасибо, все хорошо, делайте добро. Не забывайте, будьте всегда на пассиве. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик. Все, всем удачи, всем пока-пока-пока.